чемпионата Европы прошлого года. В этом году чемпионат Европы не состоялся. В красной форме in red form Анна Мария Чепан Молдова. В синей форме in blue form Татьяна Шуянова Россия Варшава. И Шуянова с первых же секунд проводит прием, ведет 2 балла, рвется к удержанию, но пока что защищается. Удержание не открыто, нет возможности прижаться. Забежала к голове и практически сделала удержание, но потом в итоге Анна-Мария ушла на живот, и схватка продолжается стоя. Улугбек Рахмонов, арбитр данной встречи, Узбекистан, Антон Зверев, Киргизия, и Ирбол Тулиген, Казахстан, боковые судьи. Был хороший захват, да, у Сиабану. Она попыталась сделать подхват, но Шуянова Таня ее остановила и выполнила боковой переворот на 2 балла. Сейчас готовит атаку на руку. В итоге перешла на удержание. Накрыла. Удержание идет. Четыре балла за полное удержание получает Татьяна Шуянова. Поскольку у нее уже было 4 балла до этого, то схватка останавливается ввиду явного преимущества. Победа присуждается Татьяне Шуяновой. Мы поздравляем Сиобану Анну-Марию из Молдавии.